Кавказское отделение Народного фронта продолжает сбор гуманитарной помощи, причем сбор у нас идет по двум направлениям. Первое направление – это продуктовое. Жители Хакасии и различные организации республиканские приносят, привозят нам продукты питания. Часть из них мы отправляем в ДНР и ЛНР, а часть оставляем здесь и регулярно развозим по вынужденным переселенцам. Таких семей в Хакасии уже больше 30. И второе направление – это сбор гуманитарной помощи для военных Донецка и Луганска в рамках всероссийской акции «Все для победы». Жители Хакасии, организации республиканские также активно принимают участие в этой акции. Нам приносят военную форму для солдат ДНР и ЛНР, различные тактические аптечки, медицинские инструменты, медицинские препараты и много другого. Хочется сказать огромное спасибо каждому, кто принимает участие в этой акции, потому что вот своим неравнодушием вы помогаете приближать День Победы. Принять участие может любой желающий. Помощь можно приносить к нам в офис, он находится в Абакане по улице Кати Перекрещенко, 13. И если есть вопросы, что лучше принести, чем лучше помочь, можно позвонить нам по номерам телефонов 306-027 и 306-028.